Здравствуйте, это канал Максимадзе, и, как вы знаете, я иногда играю карты в Майнкрафте, был еще даже летсплей из 35 серий, модный летсплей, и, собственно говоря, мы не так давно с вами анализировали первый трейлер, а если быть точнее, тизер по фильму Майнкрафт. По Майнкрафту выходит фильм в следующем году, а тут вышел второй трейлер, если быть даже точнее первый, потому что предыдущий был тизером, а это трейлер. Собственно говоря, я его не смотрел, и я предлагаю вместе с вами прямо сейчас посмотреть да анализировать его. Все-таки в трейлере должны показать куда больше, чем нежели было в тизере, в трейлере. Так, ну-ка. Так, давайте сначала посмотрим, а потом будем уже разбирать его по каждому кадру. Поехали. Minecraft trailer, take two. Пчелка. А, то есть его еще в детстве даже покажут. Warner Bros. Mojo, понятное дело. So one day, I started digging and digging until I found this. A wonderland where anything you can imagine is. Ну я уже говорил, что мне Стив этот не нравится. Актер, неподходящего актера выбрали. Потому что он слишком толстый. В том трейлере был староватый какой-то. Здесь, кстати, он не седой. Деревня. Даже мельницы, я смотрю, там были. О, красная руда. О, да. О, пожалуйста, красные эти факела, рычаги. Обалденно. Что-то я зомби, скелетов всяких не наблюдаю. А, вот зомби. А, и големы, вот, пожалуйста. А это Ender Glass, типа. And that was the only one I had. No biggie. Oh yeah, there's one more thing you need to know. Great. Now it's dark. Does that feel quick to anyone else? А, вот скелеты. Зомби и скелеты все-таки будут, но я так понимаю, ихняя роль будет не такой важной. 4 апреля. Так, а теперь давайте по кадрам. Так, ну вот это вот пчелка из обновления 1.15, по-моему. Так, ну вот здесь это не мир Майнкрафт, это реальность. А, детям нельзя туда, табличка. Это, видимо, Стив маленький еще. Причем Стив, видимо, реально в мир Майнкрафта попал. Потому что вот это, что я вижу, это не Майнкрафт. А вот это кто, я не знаю, дедушка его, что ли? Староватый какой-то очень. Короче, он, я так понимаю, нашел какой-то вот этот светящийся куб, что-то там из него собрал. И я так понимаю, он из него сделал портал в мир Майнкрафта. Да, вот. Да, вот, видимо, вот тут он и попал в мир Майнкрафта. И тут он не седой, кстати, он тут только развиваться будет. Вот, пожалуйста, пчелка из 1.15. Собаки есть. А это четверо персонажей, которые попадут сюда.
А вот на деревню я смотрю, внимание надо особое приглядеть. Тут есть мельницы. Реально вращающиеся мельницы, чего не было ни в каком Майнкрафте. Домики сильно отличаются от тех, что мы видели в обычных деревнях жительских. Ну и сама деревня-то гораздо больше, чем обычно. И тут еще настройка такая, которую можно было в трейлере тоже видеть, в предыдущем тизере. Это поршни, да. Алмазы сразу торчат, вот это красная руда. И, собственно, редстоун, собственно, вагонетка по активирующим рельсам. Красная пыль, вот, пожалуйста. Да, и сразу... Правда, вот в Майнкрафте не было такого, чтобы курицу лавой зальешь и сразу жареная курица появится. Там нет, там все просто сгорит, все. Тут пропадает логика сразу. Опять же, пиглины и гасты в... Не в аду, а в мире. Вот тут, подождите, ну-ка еще дайте посмотреть. Вот здесь насквозь прям вот видно какой-то тоннель. Какой-то тоннель прям видно насквозь, и вот этот человек прокапывает его. А в него стреляют скелеты, и он, короче, в спешке туда проламывается. И тут еще TNT, кстати, торчит. Как бы случайно типа в него не вонзить. Вот он, да, раскапывает. Так, вот тут он дерево рушит. А тут из предметов у нас что есть. Так, ну это типа печки, правда, текстурка у них совсем не такая, как в Майнкрафте. Так, вот тут есть фонари, вот это что я не знаю, фейерверки, динамиты. Это кожаный шлем, так, тут тыква, башмаки. Я полагаю, кожаные только такие синие, книжки, правда, настоящие. А, это стойка типа для брони. Золотой, видимо. Ну и... А, ну и факела, естественно. Ничего. Большой взрыв тут. Меч. Майнкрафтовский, кубический, причем меч. Прыгает зачем-то туда. Ныряет, видимо. Но это... Я сначала думал, что это алмаз, но это, оказывается, глассендер. С которым реально телепортироваться можно. А этот Стив реально, короче, будет показывать им все основы Майнкрафта. Все основы Майнкрафта. Что можно делать вообще, что... как работает этот мир, какие у него особенности. Ну, в общем, еще раз... Это все, нет? Вот, пожалуйста, зомби-скелеты. Все-таки они тут будут. Ну, собственно говоря, что могу сказать по поводу этого трейлера? Ну, во-первых, повторюсь также, что я, если честно, ожидал от фильма по Майнкрафту немного другое. Я надеялся, что там графика будет примерно схожая по Майнкрафту, ну, может, немножко улучшенная. И там просто какие-то события будут происходить. Именно из мира Майнкрафта. То есть и герои там такие же кубические будут и так далее. Но нет, тут реальные люди, которые просто попали в измерение Майнкрафта. И как, какое-то все не то. Графика, конечно, неплохая, в принципе, прикольная, но не слишком, слишком реалистичная по сравнению с Майнкрафтом. И есть, ну и как я уже в прошлом анализе говорил, есть много несостыковок. Например, пиглины в обычном мире, чего не должно быть вроде как. Они должны зомбироваться сразу. Ну и в общем, 4 апреля выйдет фильм. Я думаю, что я посмотрю обязательно. Так что будем ждать событий. На сегодня все, с вас Экос подписос, с меня эпичный видос, подписывайтесь на стримовский канал, блоговый, вступайте в ВКонтакте и всем пока.